У нас наготове тысячи дронов, готовых к запуску по моему приказу. Если Россия или силы самообороны что-нибудь затеют, знаете. Министр Петреус, армия наготове. Последний раз боеготовность третьего уровня объявлял министр Рамсфелд почти 25 лет назад. Знаю. В тот день я лично возглавил патруль. Тер. Министр. Президент Босворт передает привет. За души тех, кто старался, трудился и мыслил со мной. Но основной труд все еще впереди. Уберите этого мудака с моей палубы. С радостью, сэр. Взяли. Хорошо, что ты молчишь. Нам спешить некуда. Личность установлена, Мейсон, Дэвид. Сканирование проведено. Делай все возможное. Я буду на мостике. Мне уже не 10 лет. Но можешь попробовать повторить свои фокусы. Богатство — грех, и мы за него поплатимся. Вот ведь самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками! Ее отняли у меня. Ты уже знаешь, каково это? Склад сожгли ради выплаты по страховке, 11 тысяч долларов. Вот во сколько оценили ее жизнь. Она была смыслом моей жизни, ну а ты, Дэвид, ради чего живешь ты? Ради меня? Эйнштейн как-то сказал, анархия капитализма является истинным корнем зла. Твой отец и эти люди отняли у меня Жозефину. И вот, супаесту морту, твой отец мертв. А эти люди... обречены. Да, продолжайте, адмирал Брикс. Надо разобраться. В воздушное пространство Обамы вошел пассажирский самолет. Стоп, это птицы? Я проздавал. Законы строгие. Среди этих дикарей. На нас напали. На нас напали! Но их тут сотни. Мы только что потеряли видеосвязь с камерой допроса. Следить за Менендесом. Встретимся на мостике. Если он шевельнется, убить его. Понял? На Обаму напали. Из этой комнаты никого не выпускай. Ты знаешь, что я тебя не убью, Дэвид. Но если не бросишь оружие, я убью твоего друга. 5 секунд на решение. Ха-ха.
Надевай. Повернись. Менендес сбежал. Что? Наемники с помощью планеров провели массированный штурм Обамы. У них стелс-технологии, мы сбили всего несколько. Они уничтожают корабль. Нам нужны тяжелые орудия из арсенала. Они убили охранников Менендеса. Берите все, что нужно. Менендес один бы не справился. У него и тут есть люди. Надо сосредоточиться на контроле над Обамой. Готов? Вперед! Давайте! Сектор! Автоматическая система охраны Обамы под контролем противника! Где Брикс? Серверный, на нижней палубе! Активаем поддержку! На лестнице еще! Охраняй Брикса. Ясно. Закрыть двери серверной. Никого не впускать, не выпускать. Скоро все закончится. Удачи, сектор. И тебе, сэр. Нужно пробить себе дорогу к мостику. За мной. Еще одна волна планеров идет на посадку. Я пытаюсь отвлечь их внимание от наших людей. Не упусти его. Я рвану на мостик и отрублю оттуда автоматику. Наглухо заблокирован. Пытаемся наладить связь с сервером. Но все дело ведь намного быстрее этого дрела. Менендес всегда на шаг впереди нас. Мы должны его найти. Отправляйся с обратного охраны. Деньги не должны вот-вот включить камеру. Уже в пути.
рано, и меня прижали наемники. Ломай терминал радиосвязи. Управляй турелями вручную. Будет сделано! Закрыть дверь. Что с системой безопасности? Через пару минут мы их включим. Мне нужно прорезать эту стену немедленно. Я потерял связь с адмиралом Риксом. Он может быть в опасности. Мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса. Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Сейчас, когда она истребляется. Делай! Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Менендес, адмирал Брикс перезагружает все системы. Пытается восстановить контроль. А Салазар? Он там вместе с адмиралом. Стреляй сквозь меня, убей этого ублюдка!
Ты грязный членосос! Я сдамся, когда все закончится. Парень, я увижу твой труп еще до того, как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менендес. Не убивай его. Выстрели в ногу. Он жив. Спасибо, Роман. Если мы сегодня победим, адмирал Брикс поймет, почему я оставил его в живых. Лазар, шевелись, твою мать. Харпер, жми в серверную. Брикс ранен. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Проверь раненых. Он так и задумал. Менендес пронес набор целлериевый чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть спутников, управляющая всей эскадрой дронов США. Мы должны сообщить в Пентагон. Будь осторожен. Если даже Салазар влип, то никто от этого не застрахован. Удачи. Лазарет его. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутниками. Что случилось, черт возьми? Салазар всех нас одурачил. Он работал на Менендеса. Да твою ж мать, чувак! Чем ты думал? Он ведь был одним из нас! Сектор, это команда службы безопасности Эпсилон. Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пара секунд не хватило, сэр. Ты нас предал, Салазар. Сегодня трудный день, сектор. Но завтра... мы все победим. Все. Не ты. Внимание всем, кто меня слышит, говорит командир Дэвид Мейсон. Система обороны под угрозой. Готовимся к эвакуации. Покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Transport!
Аду за то, что он сделал. Это его козырь. Он вот-вот спустит наши дроны на весь земной шар.